Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Sleeping Dogs. В последней серии мы достаточно серьезно так продвинулись по карьерной лестнице местной, а в этой серии, как видите, вот эта вот немолодая девушка с нами заигрывает. И что она делает, я не пойму. Ты смотри, какие все курящие, ты посмотри. Этот курит, этот, да вы офигели, что ли? Вали. Короче, ладно. Мне хочется, как я и говорил в предыдущей серии, в этой серии попробовать по чуть-чуть сайд-квестов. Последний раз нам настучали, скажем, в бойцовском клубе. Ну, кстати, давайте вот возьмем нефритовую статуэтку, отвезем и получим какое-то новое умение. Это, я думаю, будет неплохо. В конце последней серии мы подготовились к свадьбе Уинстона с Пегги. Помогли им. Было довольно смешно. Ну и кроме того, собственно, познакомились с дядюшкой По, или как его там зовут. Короче, с местным, если можно так сказать, авторитетом. Музыка, конечно, в этой игре зачетнейшая. Саундтрек именно такой. Про то самое, про что нужно. I found one of your statues. A sheep. This is good. The sheep. Did you enjoy your time in the States? It was all right. To have two homes is to have two souls. So they say. What if you never feel at home anywhere? Then I think you must guard your soul carefully, so as not to lose it. Глубокомысленно. What would you like to learn? Так. Как пашная. Вот эту ветку качаем. Четыре быстрых удара, потом один мощный, да? Да, попробуем. А дальше что будет? А, ну все. Ну, это нормально. Хорошо. Тихо-тихо, вспоминаем удары. Я уже где-то неделю не играл. В предыдущей серии довольно-таки мало пришлось именно драться. Да, блин. Хорош такой вот этот штука нам сильно поможет. Опять вся морда в крови. Ну да. Кстати говоря, дом у нас в результате повышения стал гораздо лучше. И вообще нужно эту одежду глупую переодеть. Поэтому, где тут наш новый дом? По-моему, он уже в другом районе. Вот это вот наша старая халупа. А новая, вот она. Так, ну... Я думаю, мне одежду новую надо купить. Да умыться. Не знаю, поехали пока. Там разберемся. А, кстати, бойцовский клуб прям тут. Так что куда-то бегать? То есть нормально так, да? Там внизу школа боевых искусств, а тут наверху... Две вещи друг другу противоречащие. Там миру учат, а тут тупо используют свои умения. У них, я думаю, стычки постоянно идут. Но поначалу-то весело, а потом уже, когда здоровяки приходят, уже становится... Довольно-таки напряжен. Раз. Я на пятом останавливался, по-моему. Может, в этот раз получится. Ой, какая рама.
Поосторожничаем. Жизни нужно сэкономить. Главное аккуратность. Да блин. Офигеть. Три, это уже серьезно. Ну давай, ну. Самое опасное, я так понимаю, с ирокезом. Да, блин, либо его бить, либо тут же выбора особого не было. С этим-то справляемся, вроде нормально. Этот ушел, я так понимаю. Хорошо. Тупо в челюсть прописал. Так, вот, вот это вот, вот серьезно. Сейчас нам могут навешать. Ай. И сразу же сам нарвался. Ай. Да блин, я же нажимаю. Его постоянно не получается перехватить. Плохо. Видите, дальше происходит. У меня просто паника. Спокойно. Готов, нет? Да, блин, я же... Не вставай, скотина! Фу. Напряженно было. Боюсь, громил. Здесь просто толпа. Но это, по-моему, легче, чем с одним громилой. Жизни нет. Что делать? Не знаю. Тут только так, если жить. Не рисковать нафиг. Хорошо, допустим. Да ты успокойся, свинья. Так, это, по-моему, отбегался уже. Не встанет. Не встает, смотри, какой упертый. Не вставай. Да ты посмотри, а. Нормально. Если аккуратно, то все неплохо получается. Главное не расслабляться. А то больно уж их дофига что-то. Сдохнешь уже, нет? Ты посмотри. Вот этот все точно. Так, хорошо. Вот это жестко. Ушел. Практически Flawless Victory был, по-моему. Так, ладно, это плохо. Два громилы. Вы понимаете, да, чем это закончится? Спокойнее.
Да, блин, блоки. Аккуратно, без нервов. Да блин, лучше вообще просто тупо перехватами в таком случае. Потому что пока я наношу удар, меня успевает уже стукнуть. Есть такие небольшие недоработочки в этой системе. Но в целом все равно выглядит. Не вставай. Не вставай. А! Ушел. Успел, смотри. Так, отходим из угла. Офигеть, это опасно. Ты давай покрути мне еще тут. Вошло. Качественно вошло. Этот все отбегался. Отлично. Фу, это было непросто. Понты пошли. Так, ну все, краищу теперь литрами с нас не смывать там, я не знаю. Хорошо. Что у нас еще поблизости есть? Охота маленькая именно вот по сайдам пойти. Потому что уже... Наркокрах. Это же мы пробовали уже, по-моему, мы делали его. Оно так и остается, что ли? Или мы его не выполнили, может? Так, парковка поблизости. Что-то вообще нет. Тут бежать, по идее, не так далеко. А, ну вот машина жены. Я не помню уже, что в этом наркокрахе делать. Бойцовский клуб. Было весело. Но и сложно. А, тут притон. Тут товарищи у нас. Ну что, после бойцовского клуба, я думаю, это будет полегче сделать. Так, ребята, подождите. Надо было подождать секунду. У меня что-то монтировка лежит. Давай на! Да, блин! Да, ты посмотри, не перехватывает. Какие-то они резкие. Я первый не полезу вас больше. Хотя... Минус. Что? Блин, еще пришел? Плохо. Да откуда вы беретесь, а? Мать вашу за ногу. Пошло. Да блин, вот еще пришло. Что ж такое? Тот кончился. А, мне тут в прошлый раз настучали. Но в этот раз я не такой уставший. Че, хватило вам? Все, пилите домой. Вытолкнули. Идиоты своего выпнули. Короче, задание было тупо настучать.
Хорошо. Теперь тут у нас камерка. На камерку где-то щиток должен быть, который я, как обычно, со своей внимательностью увижу где-то через полчасика, наверное. Мне кажется, она повыше, нет? Тут нет. Давайте поднимемся, там посмотрим. Вообще, я решил насчет этих камер особо не заморачиваться. То есть, вот встретим по дороге, можно что-то там еще. А, вон она. А так больно-то, да нафига это? Не сказать, что это сильно нам помогает по ходу игры. Так, вот ой, как тут взлом-то, я уж не помню. Так, ну допустим, 9, 8, 7, 6. Шестерка находится тогда, возможно, вот тут вот. Ага, шестерка, значит, вот тут вот находится. Вот пусть четверка будет. Тут тройка. Так, тут четверка. Тут двойка. Ну, остается только так. Да подожди, нолик, что ли? Ну ладно. Это очень просто. Хорошо. И осталось до дома доехать и по новому последить там на этих. Интересно, а дождь смоет кровь, нет? Доехать до дома. Мне, кстати, уже неоднократно написали, что как ты мог, там вот это вот. Кто там сигналит вообще? Там щиток, мол, то есть показан на персонаже, который именно занимается наркоторговлей. Над ним значок. Ну, ребята, учитывайте, во-первых, что я, как правило, уставший очень сильно играю. Во-вторых, у меня экран метр. Просто временами глаза разбегаются. Это такая своеобразная плата за то, что такой размер огромный. И кроме того, еще постоянно разговаривая, вы просто сами подумайте, насколько человек отвлекается от собственного игрового процесса, когда я разговариваю с вами. Временами бывает и такое. Так что хватит придираться. Не лезьте в бутылку, как говорится. Так, давайте умоемся нафиг. А то что-то кровище там уже несколькими слоями пошло. Где только не нахапали. Сначала в школе, потом в бойцовском клубе, потом около этих наркоторговцев. Теперь нужно этот негритянский костюм себе снять. И надеть. Давайте пока вот так. Так. Клубные тапки. Да и все, нормально. Готовый костюм у меня что? Нужный уровень авторитета 4. Ну вот это прикольно. Это костюм Брюса Ли. Костюм монаха у нас есть теперь. Шэнзэн. Понятно. Так, короче говоря, ладно. А, ну да, мы же пришли сюда. Воспользоваться системой наблюдения. Вот тут у нас активность триад на карте. Ну и где тут, кто тут? Ничего, пацаны тупо отдыхают, а вот ты у нас, значит. Ой, чё орёшь-то? Стоять! Задержали. Понятно. Как видите, сегодня я довольно свеженький, у меня все получается и с драками, и с этими миссиями. В прошлый раз я просто был сделан уставший. Так, и теперь уже у нас какой там уровень авторитета-то вообще? Пора бы уже, по-моему, нормальную одежду приодеться. Авторитет 3-го уровня, скоро 4-й будет. Понятно. Погнали. У нас на носу полицейская миссия. Опять все в том же доке. Водная улица. Так, поедем на той же машине, она мне нравится. Достаточно неплохая такая. Раздолбанная, конечно.
И не в угоне при этом. Мало ли кто-то по лестнице идет. Прикольно дозировать газ можно на аналоговых стиках все-таки. Прям подбывает. Так. Ехать недалеко. Отсюда въезд, что ли? А, то есть мы прямиком едем на полицейский участок? Или нет? Показалось. Показалось. Согласитесь, все-таки, для чего охренительная игра именно в плане вот малейших деталей проработки. О-о-о. Мы, похоже, продолжаем гонки. Так, ну вот это мне больше машин нравится. Она поскоростнее, по-моему. По крайней мере, по маневреннее точно. Ты смотри, что делает, да? О-о-о, в этот раз они более агрессивные какие-то. Тут уже прям Кармагеддон какой-то идет. На пару с флэт-аутом. О, елки-палки, какой ад. Какой ад творится. Так, и опять один уходит вперед. Отлично. Блин. Нормально. Ой-ой-ой. Не, все-таки временами, конечно, вот эта вот примитивная физическая модель дает о себе знать. В месте, где я рассчитывал юзом там пройти, то есть опыт из разных гонок, типа грантуризма сказывается, я тупо воткнулся в стену, без какой-либо инерции. Обманываешься временами. Да, блин, постоянно кто-то вылезает. Давай. Бортуй меня полностью. Отлично. Фу, а это было не так просто, как первый раз. Они какие-то напряженные были, вот. Прям я не знаю. Еще денег заработали. Это вообще похоже, как это не сюжетная миссия была. Но тем не менее. Ее дали пройти. И только после этого открылась. Поехали на свадьбу. И желательно такси найти, потому что иначе пилить просто. Вон такси. Такси. О, уехала. Да. Сейчас придется долго. 2 километра, это же офигеешь. Давай. Я не думал, что нам пригодится в этой миссии что-то такое, но тем не менее. Так, такси не видать. Ну и хрен с ним. Стандартная тактика. Машина, конечно, убитая. Ой. Ребята, тихо, никто не собирается вас давить. Отлично. А, не пролез. Машин не жалко, уже все равно убитые просто в щи. В дровину. Два километра. Офигеть. Вообще нужно в центр уже выбраться и там купить более приличную одежду. Посмотреть машину поновее. Пока что денег хватает на все.
не туда влез. Потому что, ну вот эта машина, она неплохая, конечно, но уже по статусу такие пацанские автомобильчики нам не положены. Нам нужно что-то более хорошее. Вот, допустим, тут у нас какой-то магазин. Давай глянем, что у вас продается. Здесь, я надеюсь, не угнанные. Здесь просто распродажа машин. Но уже что-то. Так. Ничего, оббегать все это, что ли? Да, похоже на то. Еда, говорит, на палочке, купи ее. High price class, low price price. Так, ну что? Вот это неплохо, конечно. Это у нас Range Rover такой очевидный. Давайте вот это купим, она на Бэху похожа. Прям очень. На X6. Теперь у меня машина класса B, я так понимаю. Цвет, конечно, блевотнейший. Ну да ладно. Так, что-то у нас тут поблизости есть хорошее. Вон, видите, по карте? Только где? Нам бы не помешало чуть-чуть жизни прибавить. А тут статуэтка где-то, да? Внутри, может, нет? Может, позади или сверху как-то там? Да, очевидно, где-то сверху. Вон они блестят. А как мне туда попасть? Это офигеешь. Очевидно, с той стороны. Давайте этим займемся. Это никогда лишним не бывает. Вот такой же подъем бы, но с этой стороны. Хочется. Блин, тут тоже что ли нет подъема? А, вот, со стройки можно будет. Так, только... мне надо было бежать с этой стороны. Маленько паркур и фриплей по городу. Не только же по сюжетным миссиям бегать. А, мы тут не пролезаем. Народ часто говорит, покажи чисто город, вот, допустим. Как он там? Город живой. Неплохо проработали. Постоянно ходят люди, которые занимаются своими делами. Неплохо, по-моему, на мой взгляд... Ой, тихо, мордой ударился. Опять, теперь животом. Прыгает, конечно, знатно. Так, а как я отсюда попадаю туда? Если только с разгона? Нет. Отсюда не хочет. Блин. Была бы просто кнопка прыжок. А так хрен поймешь, где он может. Тут он вообще не забирается. Тут забирается. Только он цепляться не хочет. Странно. Короче, достаточно криво все это сделано. Но при этом... Хоть так. Да блин, надо кнопку нажимать во время подъема, я забываю. Или нет? Как-то, короче, как-то странно мы. Отлично. Так, ну и ладно, пошли дальше поищем. Вот подъем у нас.
Нам куда-то вон туда нужно. Хорошо. Забрались уже на порядочную высоту. И вот оно. Что он тут делает, я не знаю, конечно. Но есть и ладно. Еще один. И у нас прибавится жизни. Это нам поможет во время драк. Сами видели, что тут бывает. Так, осталась статуя где-то. Вон там, что ли? Или еще выше? Нет, похоже, что вот тут вот. Ого. Обломчик. Блин, а прям там стоит. Ох, ну ладно, похоже, мы сюда по миссии попадем, что ли. Так, если я сейчас вот так вот спрыгну, я не убьюсь, я надеюсь. Ладно, нормально. Поехали уже на свадьбу. Как видите, мест для исследования полно. Город не такой, что там его тупо наворотили, чтобы оправдать как-то сюжет. А город именно прорабатывали. Так, отлично, приехали. Сейчас посмотрим одежду новую. Обойдешься без хорошего водителя. Сейчас не до тебя. Так, ну это видно, что не очень хороший магазин. Ну давайте посмотрим, что у них есть. О, хипстер. Хипстеры. Бред. О. Ну, давайте попробуем. И разнообразие. Видок, конечно. Ничего особо хорошего нет, даже не учитывая, что я не могу ничего купить. Понятно. По большей части ничего не могу. Ну ладно. Это целый entire wardrobe. Please come by anytime. Странный курчик такой. Для разнообразия пойдет. Так, ну что, это уже реально свадьба будет сейчас? Заберите свой смокинг. Отлично. Ну ясно в таком виде, что не хотелось бы никому видеть гостя на своей свадьбе. Нужно приодеться. See you again soon. Bye-bye. Ой, белая, какая безвкусица. Hey, man, I'm stuck in traffic. I'll get there as soon as possible. Don't worry, there's still time. Don't start without me. Банкетный зал. Все курят в этом городе. Это офигеть. Так, подождите, что я вижу? Сейчас у нас станет жизни больше. Где она? Тут, я надеюсь, лезть никуда не придется наверх. Вот и она, отлично. Здоровье стало побольше. Жить стало повеселее. Ладно, тут уже пешком можно добежать. Безо всяких машин. Я столько же до машины буду бежать, сколько до этой точки. Вот так. Ой, да ладно, короче. Замараем свой
белоснежный костюм. Прыгает через всякие грядки, клумбы. Блин. Оп, совсем испачкали. Ну ладно, Уинстон, я надеюсь, нас простит. О, ты посмотри, как тут все серьезно. I'm so happy you can make it. Congratulations. Peggy, you look stunning. Thanks, Wei. You both must be very happy. Yes. The best day of your life, so they say. You know what? They're right. If you say so. Oh, Uncle Paul, welcome. Congratulations. My guest of honor. I'm happy to be here. It's nice to see someone who wants to be a good family man. Not enough of that nowadays. Hi. You look absolutely lovely, my dear. Thank you. Almost as lovely as your mother-in-law. Oh, and Mrs. Chu, I expect the food to be... Wait. Fantastic. I got a case of the chairman's favorite wine in my car. I forgot to bring it in. Do you mind grabbing in and making sure they know it's for him? I'm gonna make sure he gets inside, okay? Yeah, sure thing, Winston. You gotta enjoy your day, okay? Where do you park? Ah, right through there. I'm going. Just bring it into the kitchen. Понятно. Опять я на побегушках. Чё такое произошло? Jack, you there? Holy shit, did you see that? Охренеть! There's no way we're getting in through here. I'll find a way inside. Да офигеть, что там было-то? Блин, вот так успеваешь привязаться к этим людям? Хотя они головорезы, конечно, но... Какого хрена вообще? Ох, офигеть. Кто-то ща гребет. Свиньи. Девочка все отбеглась, похоже. Мертвая лежит. Ёлки, цепи. Ой, чувак с ножом. Да, праздник не удался, да? Такое? Кто-то еще бежит, что ли? Ты собак башку отрежу. Офигеть, оттуда кровище прет. Ёлки. Я надеюсь, вы поняли, что ко мне подходить не стоит сюда. Да. Конечно, бы еще попадать не в ноги, а в голову. Офигеть. Понятно, да, чем это все закончилось.
Ох. Твою мать. Пегги. Ой. Пегги. Out of here. Cheek. She doesn't deserve this. Winston. Fuck. Твою мать. Вот так свадьба. Еще есть желающие? Да, со свадьбы у нас, конечно. Это кто эту войну объявил нашим? То есть тут сам главный был, этот дядюшка По. Мне показалось, у них был пистолет-пулемет, ну ладно. Значит, это из другой семьи. Офигеть! А вон и наш главный. Прячься. Офигеть. Укрытий нет практически. Он тут вроде не прошибает, да? Да сколько их тут, ёлки. Капец, у меня весь костюм красный. Как бы ты крыша не поехала, офигеть. После такого-то. Отпраздновали, да? Так, где оно? Куда идти? Указатели. Конечно же. Да, отпраздновали на славу. Uncle Po, are you okay? Can you walk? What's going on? What happened to Winston? Okay, come on. We gotta get you out of here. Uncle Po, you're hurt. It's nothing but a little scratch. You look sort of... We gotta get you to a hospital. Но если он у нас будет долгой, это, конечно, для работы Вэя будет просто... Блин, давай быстрее, у него жизнь кончается. Твою мать. A wedding is a sacred thing. Нормально. Постоянно им стреляю почему-то в таз. Спокойно, дядюшка. I'm all right. Don't worry. Конечно, ага. В пузо получил пулю. В порядке. Так, готов. А, блин.
Давай быстрей. Вот больше никого, да? Застряла в стене, дура. Ох, сколько вас там бежит. Нормально. Вроде как справимся, да? Если, конечно, дядюшка По сейчас не истечет. Офигеть, там наши хоть нет? Наши. Давай быстрее, давай. Капец, что происходит вообще? Третья мировая началась. My uncle, he's hurt. We need a doctor now. What is this? What's going on here? My boy, maybe you'll want to leave before our friends, the police, show up. Are you going to take care of my uncle? And if anything happens to him, I'm holding Hello, you personally police? Responsible. Oh, thank God. I'll be clear. Okay, okay. Внушил. Не, ну это просто пипец какой-то был. И у нас новое улучшение. Что у нас там в конце? Удерживать. Отлично. Встретимся в условленном месте. Да, после такого нужно поговорить с Реймондом по-любому. Понятно. Where have you been? Stuck in traffic. It's Hong Kong. Fuck, Raymond. You think showing up for these things is easy for me? I know you've been through a lot, boy. More than we have any right to ask. Now the wedding. It was a massacre, Raymond. A massacre. Winston was a red pole, sure. But his wife, he fucking gunned down his wife on her wedding day. We knew you would become personally attached, Wei. It's inevitable in an operation like this. And seeing something like that would be hard. Hard for anyone. It's war now. No, it's not. You're a cop, all right? Your job is to enforce the law. You can't remember that? I'll pull you out right now. Pull me out? Your job was to get close to Winston. Now, that's not much of a strategy anymore. Get close to? Open your eyes, Raymond. I am Winston now. With him gone, I'll be taking his place. You want the chairman? I report to him now. You want the Red Poles? I'm one of them. That's what worries me, Wei. You're one of them. You want to give up the best undercover HKPD has ever had? Your best shot taking down the Sun on Yi? Exactly. We done? Yeah, we're done. Постоянно его уламывать надо. Ну да. Вэй уже, конечно, красный шест не только на словах, а на деле. Сколько он народ-то перевалил. Да уж, поворот. С одной стороны, это было достаточно предсказуемо после того, как он говорил, что последи там за моей семьей и тому подобное. Но все-таки я подумал, что после того разговора съехал он, спасся. Но как бы там ни было, вот это поворот, как говорится. Игра заиграла новыми красками. What the fuck? Че ты нервничаешь-то? Keep it together. Нормально. Короче говоря, увидимся в следующей серии. Хватит уже факать. В общем, игра просто замечательная, по-моему. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.